Хай-хай, вы на канале Magic Family, я Аня, и это Мишенька наша. Добро пожаловать в наш зоопарк. Не забывайте подписываться, нажимать колокольчик и ставить лайк Мишке. Да, Миш? Да. Случайно неотвеченные комментарии попадают в видео. Как вот эти. Да, ведьма? Ага, мы просыпаемся в 6-7 утра. Доброе утро, дорогие друзья! Ночью все собаки спят в разных местах. Кроватки, домики, лежанки по всему дому, но собаки часто очень спят просто в спальнях. Кто-то на лежанках, кто-то на кроватках, да, птица? Некоторые котики занимают лежаночки, домики собак. Котики тоже находят, где поспать. Эйвен, Софи и Миша спали со мной, конечно же. Я иду в ванну умываться. Наконец-то у меня получилось заснять для вас, как Эйвен умывает Софи. Глазки ей моет. Канаречка сидит, продолжает на яйцах. Кто просыпается первым в доме, тот и выпускает собак гулять. Как вы слышите, лай на улице, это уже гуляют щенки. Сегодня я проснулась не первая, но часть собак и котиков еще пока в доме, и мы пойдем гулять со всеми. Так, Софи, оденем жилеточку. Я одел куртку Софи, мне теплее. Кинар поет, слышишь? Поет. Сегодня не очень погодка, снег такой идет, и при этом все тает, слякоть. Софиша там гуляет в снегах. Софи, собака. И Вась гуляет, гулять не хочет, снег идет. Вот, вот, пошла. Пошла. Давай, Миша. Чтобы вы не путались, вот в этом доме живет Людмила Алексеевна, у которой три Йорка, Нюра, Капа и Ума. А вот в этом доме живут все остальные зверики и животные. Погуляли. Нет, так я им вижу. Они хотят, они любят у Наташки бывать. Я пришла к Людмиле Алексеевне в попытке найти Блюз, но Блюз, как всегда, нигде нет, она вечно где-то ходит, наша кошка. Передаем приветик случайным репостнувшим наше видео ВКонтакте или на моей странице ВК. Привет девчонкам Регине Мэй, Елизавете Соловьевой и Ксюше Елисеевой за репост. Привет, девочки, спасибо. Давай, давай. Ай, Варя! Да, да, Варя! Варя! Да. Порвали на части Дарта Вейдера! Циля, у меня голова Дарта Вейдера! Вот так проходит наш день. Собаки бесятся, Хана с Харуськой мелкой, Варя гуляет, Циля мучает Дарта Вейдера голову. Птица присоединилась к девочкам. Мочите Хару, мочите! Варя такая пришла, гавкнула на всех. Так он смешно ходит. Это же смешной кот, просто чудо какое-то, а не кот. Ведьма сегодня не хотела пойти ночевать домой и ночевала на крыльце. Хотела охранять дом ночью. Вот так проходит утро. Собаки, у которых течка сейчас, гуляют отдельно от всех остальных, потому что им нельзя все вместе гулять. Миш, давай, иди. Вот молодец! Скачет. Сегодня достаточно холодно, детки уже подмерзли, и пора им заходить домой. Пойдем домой. Пойдемте. Ведьма бежит, красотка. После того, как все утром зашли домой, все отдыхают, играют и валяются. Любезный даже с утра не пошел с нами гулять, потому что он всю ночь гулял и хочет спать. Такая, что там есть покушать? Огромная собака! Бабаха! Хрюка! Хрюка! Какие у нее уши прям тяжелые, тяжелые! Варя, ты умеешь летать на своих ушах? Погладим. А маленький продолжает спать. Позаботиться обо всех животных. Это тоже делается с утра. То есть выпускаются все овцы, козы, поросятки, кормятся, гуляют. Ой, блин! Так оно все развалится сейчас. Сейчас я буду поросятам сначала кормить. Не вас. Так. Вот вам малыши. Малыши. Привет. Кушают свежее сено и гуляют на улице. В течение дня мы еще несколько раз гуляем с собаками. Котики сами выходят гулять периодически. Также все кушают. А наш попугай Ара по имени Сара очень любит почему-то группу Айова. И мы специально ей включаем музыку, чтобы она потанцевала.
Пока док-папа всех этих детей готовит еду, все сидят и наблюдают. Да, вам дадут вашу еду. Вот такая вот практически тележка с кормом. Это вам не маленькая баночка. Ставится тарелочка, называется имя собаки, и она каждый знает свою тарелку, каждый идет в свою тарелочку. Котики у нас едят вот здесь, на подоконнике. Так что все животные покушали, козы покушали, собаки покушали, котики покушали, все покушали, и теперь и нам пора покушать уже. На кроватку детскую, которая тебе мала, Маруся. У собачек тихий час, в доме полная тишина. Котик-антибиотик спит в кресле, щеночки развалились на полу, Чейзик дремлет, Эйвен и Софи с Мишей. Спящий паровозик. Ну а потом мы занимаемся делами, наводим порядки, снимаем видео, ухаживаем за животными, снова играем, кушаем и гуляем с собаками. Эйвен, ты же любишь мячики, давай, Вася. Доставай, Вась, давай! И, конечно же, веселимся. Так что впереди еще много интересного. Подписывайтесь на наш канал, жмите кружочки, смотрите еще ролики, ставьте пальчики вверх и не забывайте подписываться на мой второй канал тоже, где ролики выходят каждый день. Увидимся!